Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения по срокам действия больничных. Граждане пожилого возраста от 65 лет и старше, которые находятся на самоизоляции из-за коронакризиса, имеют возможность продления электронных больничных до 1 мая. Больничные будут оформляться на основе электронной информации, направляемой работодателями в Фонд социального страхования. Предоставление гражданами каких-либо дополнительных данных или документов не потребуется. Подробности читайте на сайте.